зрители. Короче говоря, я решила вот прям как сейчас приехала на велике не разуваться, точнее разулась, я обувь отдельно обозрю, а показать вот как я тут шарахаюсь, в чем я этой осенью шарахаюсь. В общем, я тут шарахалась вот так вот. Я вот опять с телефона управляю. Так удобнее. Правда, непривычно, так как надо все с бубном делать. Ну, в смысле, раньше как-то быстрее оно все подключалось. К Майкромаксу, допустим, к Декспу, или как там его оно не подключалось, это Хуавейчик. В общем, я сейчас в теплых джинсах, у них ночусик. Я потом, может, их как бы, когда сниму, уже покажу, если надо будет. Ну, отдельным, допустим, роликом. Ну, короче, это теплые джинсы, у них внутри ночусик, какая-то там теплая шмотка. И я вот сегодня ездила на велике после 2,5 суток помирания. Я подозреваю, что я перед этим еще 1,5 суток помирала, потому что оба одаренный кот, который сзади камеры на окне сидит и жрет хлорофитум зеленый, он научился лапами открывать дверь балконную. Там как бы застекленная, все, но было холодно тогда в тот момент. Вот я ночью замерзла, простудилась, все такое, меня продуло. Короче, у меня тут теплые носочки, они тоже как бы с ночусиком. Теплые джинсики, шапочка осенняя, которую я покупала так же, как и курточку, когда еще работала в сестре-магазине FIFA, это еще 2006, конец, наверное, начало, да, конец 2016, начало, и 2017, между так. Я там не каждый день работала, но периодически была, как-то один даже раз целую неделю работала, мне доверили такое счастье. Короче говоря, и езжу или на велике, ну, как бы в велосипедных перчатках, да, я их не показываю. Но вот когда хожу, в митингах ходила одно время. Ну, сейчас иногда, вот, как бы, помойку сегодня выкидывала в 5 утра в митингах. Они такие допотопные, я их за 40 рублей, кажется, покупала еще в фикс-прайсе, хрен знает в каком году. Я тогда, по-моему, общалась еще, да, это 2014 год был, я тогда еще общалась с компанией девчонок и пыталась отделаться от одного, как бы, не сложившегося благоверного. Ну, знаете, когда встречаетесь с человеком в реале и понимаете, что он вам, ну, вообще не нравится, но понимаете, что вроде как-то невежливо сразу-то так посылать, и себя уверяете, что, ну, наверное, он все-таки должен мне понравиться, а потом пытаетесь от него еще 1,5 года отделаться. Он мне, эта сволочь такая, еще бабла должен до сих пор. Жигало, короче, мозговое. Ну, да не будем о придурках. Короче, в общем, вот. Митинги из фикса. Шапочка из FIFA. Такая осенняя. Я помню, ее покупала, посоветовалась с товарищем тогда. Но что-то так мне в какой-то момент мне мозг выносился, что как должны одеваться девушки и как одевается девушка Лёля. И я, значит, с ним решила посоветоваться. Говорю, какую бы ты шапочку выбрала, вот, если бы я ее покупала. И он выбрал, я себе ее купила в итоге. И курточку я там же купила. Да, иногда, когда вот сегодня ехала на велике, потому что как бы холодно, я уже поняла, что вот если в теплых перчаточках едешь на велике, то как бы нет эффекта такого, как вот без перчаточек совсем, без белых перчаточек есть. Короче, в теплых перчаточках хорошо на велике ехать, ничего, ну, не больно, нигде не натирает, не массирует там как-то не так. Ну, практически так же, как у велоперчаточка, но так как у меня велоперчаточки коротенькие пальчики, ну, а потом этот момент когда-нибудь исправить, я бы в идеале-то съездила до Ярика, сходила бы в Ауру, вошла бы в спортмастер, померила бы и выбрала бы себе перчаточки, как вот 4 года назад в Ярике так делала. Ну, потому что вот те перчатки, что я на Озоне заказала, они уже, ну, совсем практически уже никакие. Ну, как бы ширпотреб изначально там был. При этом дорогой ширпотреб. Короче, вот в перчаточках, в них тепло. В общем, у меня сегодня были теплые носочки, теплые джинсы и теплые перчаточки. Ну, я думаю, что это теплые перчаточки, они такие универсальные, на любую сторону можно одеть. У них нету там, вот так можно снять, тут и заново одеть. Все то же самое, сейчас кот сюда прыгнет. Тут пледик, я под ним лежала, потому что что-то я вчера практически весь день спала, сегодня как-то у меня не сложилось со сном, видимо, выспалась. В общем, вот перчаточки. Ну, сейчас вот такой стриптиз. Я покажу шарфик, которым я сегодня хожу. Я его сегодня ночью одевала, когда, ну, ночью 5 утра, короче, я, по-моему, выкидывала. В общем, вот этот вот шарфик. А так я тут до этого ходила вот с этим шарфиком. Я его когда-то на Light in the Box заказывала. Точнее, даже он, по-моему, мне один...
из тех шарфиков, которые мне приходили в подарок. Там у меня были какие-то бонусы, можно было тогда выбрать что-то себе в подарок. Или самой выбрать, или тебе пошлют. И, по-моему, вот это вот, я тогда кучу шарфиков тогда мне в подарок приходила. Короче, шарфик. Ну, курточка. Ой, у меня там эта полочка с этим самым, с товарищем. Юбей. Лёля тогда набралась наглости и сказала: не качай, подари мне сумочку с Юбеем. А потом мне показалось, что я такая супер наглая, никогда у него ничего такого не просила, и я ему как бы говорила, ну или вторую такую, а вторую такой же не было. В общем, была не качи сумочка, столовая, курточка. Ну и я как бы хожу, да, у меня вот тут. Да, тут у меня ремень. Я, видимо, так конкретно схуднула, я сейчас всего лишь, ну, как бы похудела за последний месяц, с того момента, за полтора, наверное, месяца, всего лишь на 1 килограмм. Ну, больше я пока не взвешивала, сейчас я 61 вешу, но все равно я поняла, что у меня обратно пойдет. Я все-таки продолжаю худеть. Как бы у меня джинсы в прошлом году, еще, даже в начале этого года, еще весной, там, возможно, слышно, как безумные личинки орут очень громко. Я забыла выключить задний микрофон на камере. Короче говоря, они весной еще на меня очень туго одевались, я была вот совсем в обтяжку, наверное, типа как бы скинни. А сейчас они очень даже нормально, но надо ремень, поэтому они на ремне. Здесь у меня футболочка, мне вообще ее подарила сестра подруги. Она что-то заказывала на Wildberries, одну, и ей пришло почему-то две. И на тот момент футболочка у меня была сильно в обтяг, а сейчас она очень даже нормально. Но я ее одеваю так вот, она хлопковая, вот эту шмотку. Сегодня я эту шмотку случайно уляпала кефиром чернично-банановым. И какавой, да, вообще. Надо будет ее потом постирать. Этой шмотке 300 лет. У нее раньше была веревочка вот тут. Так она. Но веревочка давно вытащилась. Мне как бы эта веревочка нафиг не сдалась. Я люблю вообще эту шмотку. Не вот это вот. То, что черное, это шерстяное, а это просто хлопковое. И сейчас я переоденусь еще в одну курточку, в которой я осенью ходила. И еще одну шмотку покажу. Я подумала, что, наверное, верхнюю одежду тоже надо показать. Даже не одну. Короче, у меня тут есть такое пальто. Ручной работы, скажем так, человек, который учился с моей мамой. Но она в этом году, к сожалению, отдала Богу душу, но не мне при этом. Ну, в смысле, умерла мамина одноклассница. В городе ее очень хорошо практически все знали. Умерла, по-моему, она весной этого года. Я в этом пальтишке, ну, оно как бы на демисезонное, на осень и весну. Я в нем, может, пару раз ходила, но в нем, конечно, на велике не поедешь. Это вот розовая курточка, она универсальная. А в нем не поедешь. Я, наверное, в розовой курточке сзади не поворачивалась. Но я думаю, ничего страшного. Если кому-то вот совсем приспичит, я могу отдельно эту курточку зафоткать или завидосить. Так как это видеоканал, то завидосить. У меня, возможно, на черепушке жулик на макаронной фабрике. Курточка, в которой я большую часть ходила, розовая совсем недавно переоделась. Ну, я в ней как бы летом шарфала, когда холодно было. Для любителей котика, котик слева по борту. И сейчас еще одна пальтишка будет. Честно, не помню, одевала я его или нет, но когда сюда переезжала в 2018 году, чуть было его не выкинула под действием некоторых близких родственников, которые стабильно любят меня развести на деньги, чтобы я купила что-нибудь себе. Знаете, я хочу, чтобы ты себе купила вот эту штуку. Блин, обычно как бы это делается так. Лёль, ну типа, человек, возьми бабла, купи себе какую-то штуку, которую я хочу, чтобы ты себе купила. А не это, потрать бабла. Потому что вот мне кажется, что это пальто уже никто не носит, т.д. и т.п. Вообще оно у меня только у меня было в этом городе. Я его на, по-моему, на Light in the Box заказывала. Оно, короче, это, тут были такие фигнюшки и пуговки такие. Но одна пуговка отвалилась и потерялась.
А другая пуговка, значит, ну, как бы, я сначала пришила все такое, потом пуговка отвалилась, потерялась, потом я эту фигнюшку таскала булавочкой пристегнута, потом пуговка еще одна отвалилась, и булавочки уже. Я сначала ходила вот так вот, ну, прям Кирика из этой самой волшебницы Орики к Мадоке отсыл. Никитос ее переварил, ну, брошенная она была там, перевод. Я даже что-то редачила немножко, тут ниточка осталась. Короче говоря, волшебница такая Кирика, помойку выкинуть, так вот. И специально меня так прикалывало ходить, что, думаю, еще там настучат кому особо больше всех любопытно, как это я там до помойки пошла, в чем одетая. Ну и у меня вот эти вот фигнюшки, вот которые вот здесь вот закрывались, они болтались, а потом я их срезала. Довольно ровно. Вот сейчас вообще как бы не знаю, где они были. Ну, если не знать. У нее был капюшончик. Но капюшончик не держался. Я не знаю, возможно, этот капюшончик выкинула, потому что у меня на нем будто это вот животное любило сидеть. А он с пушинчиками был. Пристегивался на змеечке. Очень может быть, что действительно выкинула. В момент, когда думала и вот это выкинуть. Ну, правда, ну как бы сначала хотела выкинуть все, потом оставила, потом потеряла, потом нашла. У меня тут есть платочек, слава черту. У меня есть платочек, я его отсюда достану. А тут нет платочка. Тут нет платочка. Тут у меня как-то трагедия такая, платочков мало. Я сегодня мне свадьбился, забрала заказ, там платочки, наборчики. Я еще не смотрела их. Ну и короче, вот тут вот такая. Вот. Тут кармашки так удобно, руки убрать. Вот эти кармашки не очень удобно. Ну, тоже, в принципе, можно убрать. Тут воротничок, я страдаю все время по воротничку, чтобы шейка была закрыта. Так. Ну-ка, ся. Сейчас соображу. А, да, вот здесь вот, видимо, должна была быть пуговка, но она, наверное, 100 лет как отворилась. Короче, можно было застегнуть вот сюда, потом вот так. И потом вот здесь. И когда я его заказывала, ну, на картинке было как бы задницу прикрывала. Вот, в общем, вот тут такая штука, такие же примерно штуки были на рукавах. Но когда оно пришло, оно оказалось не такое длинное, как мне казалось. Рукава длиннее. И оно мне слегка, ну, свободно. Я брала, как советовал продавец, на размер побольше. Тогда у меня еще на тот момент сысок совсем не было. Сейчас они как бы слегка есть. Ну и это. Оно вот здесь уже не так свободно, как до этого было. Но все равно немножко свободно. Но с другой стороны, можно что-то теплое под него одеть, и будет счастье. Так, никаких кармашков-то нету. А то ведь я могу носить шмотку, а потом внезапно заметить, что на ней кармашек. Короче, вот это у меня верхняя одежда. Ими Юса. Ну, в смысле, это Советский Союз американский. Единственное, у нее нет вот этой фигнюшки, ее надо вешать на вешалочку. Такая курточка, пальтишка точнее. Но я в нем как-то на велике ездила, ничего так нормально. Так, и что-то мне... А, надо еще пару штанов показать вам. Брючки, которые я как-то обозревала, с Вайлдберрис они... Короче, большую часть времени я в них шастала. Но внезапно стало холодно, и они стали, в общем, когда прихожу домой, они такие колючие становятся. Хлопковые колючие брючки. Да, вот эта вот маечка. Я без лифака, если что. Для особо больных в этом плане. Ранимых. Вот. По-моему, пока я тут 2 суток спала, не, я, конечно, хомячила, слушайте, внезапно так поперла на вареную картошку в очистках, которую очищаешь, потом на сковородку чуть-чуть масла льешь, картошку фигак, крышкой покрыл, ну так, сковородка, которая мало масла жрет и ничего на ней не пригорает, та, которую я в стриме как-то обозревала. Короче говоря, видимо, ну и я хомячила с какими-то там заготовками, ну, этот, кто мук баги любит, видел эту картошку. Я, по ходу дела, скуднул. Еще с десом. Ну, в общем, вот. Не, я понимаю, что будут какие-нибудь вопли, типа, не надо на заправку, ну, вот, на выправку, надо в заправку. А мне так больше нравится. Вот.
И еще джинсы, я их сейчас тоже примерю, покажу вам. Но когда я их покупала, я была как колобок, и они мне были нормальные. А сейчас они мне вот настолько, наверное, если не больше, широки. Короче, они сейчас на меня одеваются прям вот это, застегнутыми. И снимаются также. Я их тут, правда, постирала. Я надеялась, что они слегка уже ужмутся. Но нифига. Их можно носить, если ходить стоя, не приседая. Потому что стоит мне только присесть. Складить ногу вот так. Так они начинают сползать. Даже при том, что они притянуты этой футболочкой в обтяжку. Короче, вот еще вот эти джинсы. Я их на ремне таскала. Зритель может подумать, что я такая бедная, несчастная, у меня нет шмотки верхней вот этой, да, вот только маечка и та шмоточка. Если ты решишь мне что-то подарить, то у меня вот здесь 42-й, где-то так, 44-й размер, 42-й, 44-й. Но суть в том, что мне что-то так нравится моя эта серая кофта, у меня есть даже аватарка в тифаретнике серая кофта, и табуретки всякие, ну это эти анонимусы тифаретниковские, меня себе на аватарку ставили. Даже, по-моему, в ютубчике года 2 или 3, или 4, или 5 назад был некто с аватаркой моей вот этой. В серой кофте, она у меня так и называется, аватарка, серая кофта. Короче, мне как бы она нравится. Я так понимаю, что это фавориты же, да, осени были, фавориты лета, вот фавориты осени. У меня есть другие шмотки, но что-то вот я влюбилась в эту кофту в очередной раз. Я ее то на голую тушку одеваю, то вот на маечку. Такие дела, зритель. Благодаря этому обзору я нашла платочек, который потеряла. Я думаю, где хоть у меня все платочки. В общем, вот, кому-то котика, кому-то лёдика. Все те же носочки. Ну, иногда у меня еще какие-то носочки бывают. Но я не знаю, если кому-то особо надо эти носочки, я могу, конечно, их на камеру обозреть вот отдельно, типа вот носочки, да, потрясти ими. А если что, так, в принципе, вот. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошей шмотки. Может, вы на что-то вдохновились, допустим, вот на узкие джинсы с начесом. Я года два или... Да, года два, наверное, покупала, или три хз. Не помню где. Всем пока. Не забудь поставить палец кверху.